Всем привет! Многие удивляются содержимому женских сумочек. А давайте сейчас удивимся содержимому мужского кармана. Итак, карман куртки мужской. Что здесь? Какой-то листочек. Ну, я скажу сразу же, в него было что-то завернуто. Буклеты из-под карточек. Платочек носовой. Необходим каждому мужчине. Крем для рук. Зима, холодно, руки трескаются. Это да. Так. Карточка. Это карточка для воды. Набирать воду. Какие-то бумажки. Чеки старые. Записки. Заодно приберемся в кармане. Самое главное, ключи, связка целая. Толщиномер. Ага, так, карточка денежная. Показывать вам ее не буду. Что там? Запчасти сантехнические. Так, все сразу вытащу. Запчасти сантехнические, денежка, болт, еще куча бумажек. Ну, пожалуй, все. Давайте проверим второй карман. Второй карман. Перчаточки. Ну, тоже зима, как без них. Опять какие-то чеки. И бумажка, которую нужно выкинуть. Вот такие они, мужские карманы. Вы все жалуетесь, женская сумочка. Напишите в комментариях, а у вас в карманах такая же ерунда творится или нет? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока!